В Люберецкой администрации провели еженедельное оперативное совещание. О работе, выполненной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За минувшую неделю в люберецкую полицию поступило 2200 обращений граждан. Возбуждено 24 уголовных дела. 18 из них раскрыты по горячим следам. В округе произошло 5 пожаров. Пострадавших нет. Аварийных отключений на объектах теплогазовода и электроснабжения не зафиксировано. На особом контроле работа системы автоматического контроля за газованности. По поручению губернатора в рамках усиления безопасности пользования газовым оборудованием на квартирных домах проводится за счет муниципалитета в муниципальном жилфонде установка датчиков газоанализаторов. На данный момент уже установлено 3775 датчиков в муниципальных квартирах. Всего за счет средств местного бюджета до конца года сигнализаторы загазованности установят более чем в 4400 муниципальных квартирах. Уборка проезжей части, тротуаров и пешеходных переходов – еще одна тема, которую обсудили на совещании. К уборке привлечены более 370 рабочих и 84 единицы спецтехники. Все управляющие компании дополнительно прошу выделить ресурсы, люди, силы, средства, все, что необходимо для того, чтобы обработать все подходы к домам, к социально значимым объектам. Наши предприятия муниципальные, которые занимаются обслуживанием, везде должно быть посыпано все пескосолярной смесью, реагентом, чтобы травматизма и аварий минимальное количество у нас было. На совещании обсудили вопросы содержания парковых и дворовых территорий, вывоза мусора, работы уличного освещения. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан и деятельности клуба «Активное долголетие», в котором зарегистрированы почти 9 тысяч жителей округа. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.